Вы часто у меня спрашиваете, какое все-таки из моей всей гимнастики, вот из моей такой классической, самой популярной, старой, так называемой, гимнастики для шеи, самое лучшее упражнение, вот какое вот самое лучшее. Знаете, я больше всего из всех упражнений моей гимнастики люблю упражнение рамка. Самое, мне кажется, вот оно и прорабатывает буквально весь позвоночник. То есть вот оно мне больше всего нравится. Я даже могу так вот, не кривя душой, сказать, вот нет времени выполнять всю мою гимнастику, прям вот 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую, рамку выполните, и все будет отлично. Разберем технику моего любимого упражнения из моей же гимнастики, рамка. Рукой что мы делаем? Поднимаем локоть, вот, вот движение, вот. И давим на плечо себе. Не давим сверху, вот, не вот так давим сверху, а давим вот спереди, вот, в плечо себе, вот, вот. А плечом на руку давим, то есть вот двойное давление. При этом локоть поднимаем вверх, вот. И подбородком нажимаем вот на это плечо. Не на это, где рука, а вот, вот сюда вот. И давим, то есть сюда давим и сюда давим. И при этом подаем вперед грудную клетку и поясницу. Напряжение будет по всему позвоночнику просто отличное идти. Она прорабатывает рамкой и на скрутку, и на выпрямление, и на все. То есть и шею, и вот здесь спереди шею, и сзади шею. Ну то есть полностью все. И руку прорабатывает, и плечо, и спину. То есть просто вот вы весь вот, вот, вот полностью включаетесь и просто вот сидите. Держите там 5-10 секунд, потом расслабляетесь. То же самое в другую сторону делаете, да? Вот плечо сюда давит, это сюда, локоть вверх, вперед. И сюда, и вперед грудную клетку и поясницу. Ну просто вот, и сидя, и упражнение чем еще уникально? Тем, что сидя может делать, вот, пожалуй, в офис там, да? Все. В отличие от других упражнений, из моей же гимнастики, не надо там руки расставлять вверх, то есть для коллег даже, вот будете на работе сидеть, устали там, раз сделали, даже многие не заметят, что вы что-то делаете. А на самом деле это самое лучшее упражнение, то есть все мышцы абсолютно вот напрягаются и работают. Вот, будьте здоровы, друзья, делайте упражнение рамка, это мое самое любимое упражнение из моей же гимнастики. Люблю, целую, пока, с вами был доктор Шишонин.